Ребят, никто эту тему не поднимал, а я хочу почему-то поднять. Хотел бы сегодня поговорить по поводу дверняков и вообще их отношения к миру. Вот, ну, хотелось бы, вот видите, все ключи практически черные, да? Черные. Либо такие серебристые. И получается, людям приходится изворачиваться вот чисто вот этими вот кнопками. То есть по этим кнопкам, ну, более-менее, как бы, ключ виден. Если вот такой ключ, да, и он упадет на землю, да, его вообще, видите, уже не видно. Или вот этот упадет на землю, да, его тоже практически не видно. Или вот этот упадет, да, тоже не видно, правильно? Вот, но есть вот такого плана ключи. Мне что хотелось бы сказать, что вот такой вот ключ у мастера, конечно, не потеряется. То есть вот такой ключ, он будет всегда на видном месте, я буду знать, что это за ключ. Я его очень хорошо помню. Вот, а вот эти ключи, их тяжело вспомнить. Вот некоторые клиенты их подписывают, видите? Вот он подписал. Квартиру-то я помню, а дом? Какой дом? Непонятно. Что хотелось бы сказать? Ну, ключникам, да, которые производят ключ, хотелось бы подарить карту Урал, чтобы они знали, что есть цвета благородные, есть там серые цвета. Есть зеленые, есть красные, да, есть фиолетовые. И причем в ралли можете найти. Вот если вам нужна такая помощь, ну, напишите там: Влад, мы производитель ключей, а вот знаем, что есть только черные ключи, и все. Что вы нам посоветуете? Да я вам посоветую такие ключи, которые у вас будут брать, да, а не вот эти черные, которые там никому в принципе не нужны. Поэтому, ребят, вы как бы, если производите ключи, то знаете, что, ну, действительно есть большой спрос на цветные ключи. Ну, они удобны, их легче искать, да, вот я вам показываю, да. Вот не найдешь. Вот где ты видишь их, да? Здесь их нет. Где? Вот здесь их тоже нет. Поэтому это нужно искать, да, то есть вот, да, то есть их надо выискивать. Будьте умнее, да, всем добра.